И всех. Где потеряли? Не трудно сказать, что где мы ее потеряли. Куда-то делась. Ой, ну как это? Действуйте против нас, управления политики красного. Она не может ничего сделать. Заложен, думаю. А розыск, Ну так разыскиваем. Полиция, во-первых, за три дня не берется, пока это. У них говорят, или ее нет. Хотя последний раз встречал. Не важно, заявление должно быть. Может, так и я еще говорю про то. Они же должны нам ее все-таки просто отдать и сообщить для начала. Мы же серьезно спрашиваем. Соответственно, они говорят, что у них ее нет. Но последний, с кем она встречалась, это был полицейский. Так кто его знает, какое? Ну, потому что она за Путина, потому сейчас все имеют. А Толя, вы же тоже все за Путина. Чего ж к вам все претензии? И к вам могут прийти, забрать вас. Да. За что? Да, заберут ее. Да. Так что в этом плане есть такие моменты. Надо сразу отстаивать, сразу искать, сразу брать за зад. Возьмем? Возьмем. Всех возьмем. Почему? Надо. Это вот так вот у нас это. Вот скажите, во всей России победил Путин, а на Кубани кто победил? Да. Ну так, если разбираться. По существу вопроса. Такое впечатление, что победил кто угодно. А наша местная власть идет вообще двоякую игру. Ну, я... Они «Единая Россия», «Единая Россия», а как Косей сделала? Все против Путина. Да. А Путин только помогает «Единую Россию». Да. Да? Но это уже не из-под тяжка, они начинают... Открытую. Они совместно с навальнистами, вот пацаненка навальниста поймали, да, рассказывали, да, да, совместно действуют эти и навальнисты против нас, понимаете, объединившиеся. Пацаненка, да. Молодежь с пути сбивает, этот пацан уже разве путь не вырастет? Да ну как вырастет, ну какой вырастет? Так что... Как на Украине, точно, вот с таких начинали. Ой, не наступить. На что? На кого? Да нет, я не наступлю. Просто во главе наступления против нас стоит управление внутренней политикой Краснодарского края, о чем нам сообщила Минюст. Вон в письме есть там такое место где-нибудь? Вот я вам... Зачитаю даже, смотрите. В адрес управления в рамках межведомственных взаимоотношений поступила информация из Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края в отношении деятельности нашей там. И типа те потребовали у Минюста, значит, проверить нас там на предмет того, снабжаем ли мы, благотворительный фонд «Социальная справедливость», отряды Путина. То есть сторонников Путина. То есть управлению внутренней политики края очень важно, чтобы сторонников Путина никто не снабжал. Что за дела? Что за дела? Значит, Министерство юстиции нас заставляет здесь складировать все наши документы, все, что были, и их невероятным образом крадут вместе с круассанами. Понимаете? Самый прикол в чем заключается. С круассанами вместе. Потом, зная, они практически, я вообще грешу на них, если честно. Ну, грешу, мне зачем мне нужно было их здесь все собирать? После этого у нас их крадут. Мы, естественно, вызываем полицию сюда. Полиция 10 дней ищет, ничего не находит. Понимаете? То есть они нас лишили и документов, и всего-всего. Теперь, понимаешь, ни к чему не придраться, они начинают по новой. А Тиму уже трижды взяли, осудили по этим. Теперь еще, вот это что сейчас, я не знаю. Вот давайте для себя зададим вопрос. Путин наш президент. На Кубани кто? Не он победил? Ведь если бы на Кубани какой-нибудь гад победил, мы бы так же себя и чувствовали. А победил наш президент, а против нас репрессии только разгораются. И во главе их, я вам еще раз говорю, стоит департамент внутренней политики Краснодарского края. Там руководители очень молодые и ярые, и им кажется, что они правы совершенно. Так что, вот такие пироги. А где искать ее? Давайте потребуем от департамента внутренней поездки, вернуть нам нашего товарища. И они найдут бегом. Надо заняться этим делом. Ими заняться надо уже, видимо. Не получается. Это надо спокойно жить. Да найдем мы ее, естественно. Обращаться напрямую к нему и все. Сегодня и обратимся, значит, напрямую к Путину и все. И никаких вопросов. Да, пускай это самое. Он наш гарант, мы за него голосовали. Не могут эти себя вести прилично, он же с ними должен разобраться в конце концов. Правильно? Естественно, да. Москву будем это сказать. Хватит молчать. С какой-то Сибири, с деревни пишут, ему напрямую, он разбирается ей. А со своими отрядами, да, тут нас хранится. Да потому что отсюда никто и ничего не
уходит. Уходит, уходит. И еще сильнее идет. Так вот, если не уходят, надо уйти. Да. Ладно, друзья мои, сейчас я тогда...